Многие знают, что при резке ножом пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной от 50 мм до 200 мм, если очень сильно постараться, получается ровно, но как правило это бывает редко. А чтобы это исправить, в этом ролике я сделаю электрический резак. Кто-то покупает готовый, а я решил собрать его своими руками, чего и вам советую. Друзья, всем привет, с вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. Для того, чтобы собрать такой резак, понадобится автомобильный компрессор, ну а точнее корпус. Компрессор, если что, давно уже сломался. Ну и розетка и диммер. Это что касается одной половины резака. А для самого резака понадобится трансформатор с 220 вольт на 12, порядка 8 ампер и где-то 200-250 ватт. Можно мощнее, но и этого на самом деле достаточно. Многие собирают такой резак из дерева, но чтобы все это дело имело маленький вес, я же соберу из алюминиевой профильной трубы. Понадобится 2 штучки метровой длины профильной трубы 12 на 25 мм и 1 30 на 15 мм. 2 пластины, чтобы все собрать до кучи и прочая мелочевка, как пружинки и, кстати, режущая часть не из нехромовой проволоки, а из проволоки, которая, как правило, остается у каждого сварщика в полуавтомате, а именно в рукаве, которую зачастую просто выбрасывают. Я, конечно же, взял несколько кусочков с запасом. Ну а по традиции, пальцы вверх и приятного просмотра.
low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
ну и пора подводить итоги. В общем, такой резак у меня получился, возможно, требует мелких доработок, но это мелочевка. В целом резак этот хорошо протестил, со своей задачей справляется отлично. В принципе, скоро покажу, сколько я им порезал заготовок. Ничего нигде не отгорело, проволока не порвалась, током не ударило, короче говоря, самоделка удалась. Надеюсь, у вас получится. Ну и по традиции, если понравился ролик, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим роликом с друзьями. Хорошего вам настроения и до скорого!